Уже в эти выходные Дворец культуры и народного творчества имени Кирова соберет у себя 17 коллективов на фестивале хореографического искусства «Танцы в полярном круге». На генеральной репетиции побывала и наша съемочная группа. Четвертый международный фестиваль хореографического искусства «Танцы в полярном круге» обещает удивить и порадовать любителей народных и современных танцев. Главная цель конкурсного фестиваля – это объединение всех коллективов в одном круге. Это очень сплочает даже, в принципе, наши города. Мурманск и Великий Новгород. Мы уже плотно дружим, получается, 3 года, да. Нам здесь весело, комфортно. Мы можем познакомиться с другими какими-то, да, городами, с другими ребятами. Программа фестиваля очень насыщена и разнообразна. За 4 дня танцоров ожидает не только конкурс. Состоится еще концерт для воспитанников школы-интерната в поселке Минькино. Также пройдет мастер-класс по народной хореографии. А вот возможность показать себя будет у всех. Коллективы народной хореографии покажут не только русские танцы, но и танцы народов мира. В современной хореографии направлений много, и у каждого коллектива есть козырь в рукаве, чтобы удивить зрителей и других участников. Фестиваль «Танцы в полярном круге» может посетить любой желающий. 3 ноября в 2 часа дня пройдет конкурсный просмотр, а 4 ноября в 3 часа дня состоится гала-концерт, где уже будут представлены самые лучшие номера, а узнать имена героев можно будет в справедливом награждении.